конкурс на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть, что там, Batman Original, да, по-моему, называется. Сейчас настроим. Вот так. Давайте продолжаем. Так, сюжет. Продолжить игру. Я в прошлой игре этого, вот этого вот хрена бил, еле-еле забил его. Кое-как. Надо поспешить. Лейзи Бетонс на место преступления. Crime and violence, greed and vengeance, but it's also a story of redemption, of second chances, of change. I've planted three bombs where Gotham's corruption is at its strongest, but unlike those who fight to overthrow, I believe in choice. So, а что мне надо сделать-то? Let them detonate. Где у меня это? Задача-то? Так. О, мне сюда надо. Ладно. Так, а ну-ка, давайте-ка посмотрим на вышку. Так. Так. Так, где у меня там множественные бумеранги? Что-то вы какие-то слабые. Слабые. Да мать его. На. Все, что ли? Господи. На. Лети. Мышь.
Так. Так, ничего пока не вижу. Ну-ка, давай смотрим. Нету. Все ясно с вами. Мне куда? Мне сюда. Ни хрена я там сзади волочусь-то. Investigating this crime should have a relay station set up. Давай. It'll look like a mobile satellite dish, probably on a rooftop. Так. Добил. Ну ладно, как я понял, на место прибыл. Rubio, так, полиция, так, ага. На балконе курю вместе с кем-то. Те двое на балконе помогут мне добраться. Да. Так, да, теперь пингвин наш. Все forensics will take all the credit. I'm the one who found the prints. That's why they call it first response. First picking. Так. Ну давай посмотрим. Блин. Выехать. Выясни местонахождение черной маски. Расследуйте преступление. Ага.
Убежище Сиониса. The police believe Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he Давай, полиция обвиняет в убийстве Черной Маски Пингвина. Зачем ему понадобилось? This crime took place days ago. Это преступление произошло несколько дней назад. Огонь и воздействие среды затрудняют идентификацию жертвы. Вот только мужчина в черной маске, но я не могу гарантировать точно. I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. Подожди. Это еще кто? Жертву женского пола я могу идентифицировать по отпечаткам Тиффани Амброуз, подружка Романа Синьоса, или, по крайней мере, одна из них. Так. Неизвестно, ага. Fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. Так, что это было? Понятно. Да, реконструкция, как это все было. Shooter could be someone of Penguin's height, but the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. На пороховой что-то. Блин, надо потом читать, но на паузе. Не могу я так сразу все. These fingerprints are a match for the penguin, but they're on так. top of the. Эти отпечатки принадлежат пингвину. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. Если не он убил, то кто? He didn't kill Black Mask. Who did? Кто-то пингвина поставляет, что ли? Тиффани лежал на полу, но почему? But why? These white streaks are shoe polish. Эти белые полоски – крем для обуви. Besides the victims, there were two other people. Кто так волок стрелявшего места, которому стреляли в мужчину, может подсказать мне новые подробности? The location from which the male victim was shot may tell me more. Охренеть. Ну, давай, делать я тут. Какое-то, блин, тут месиво произошло. Так, схватка. Вспыхнувшая. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Следуйте за красным следом через созданное место преступления. И вот как там оказался? Мне вот это больше всего интересно. Так, один другого убил, тут появился кто-то из-за спины. Они начали драться.
Убил, потом этого отволок, который здесь был. Чего-то взял. Застрелил ее. Потом пришел пингвин, охренел. Место, грудь, калибр пули 45, ага, энергия удара, диаметр, угол 55 градусов. Фабрик анализ ткани показывает, что посторонний носил белый костюм или пиджак спортивного покроя. This fabric swatch could help identify the intruder. But I still can't identify the male victim's shooter. Я не проверю, но на улике еще одну зону попадания. А, это вот девочка была. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Блин, вот еще-то надо. Устройство так. А что тут может еще-то быть? Телефоном? She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Someone killed Black Mask, but this crime took place several days ago. Кто-то убил черную маску, но это убийство произошло несколько дней назад. Я видел черную маску сегодня ночью. То, что у меня есть лишь вариант, ставит новые вопросы. Killer here, or is he one of the assassins? I have a body. Так, ДНК, картотека, это криминальная база данных. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Это запутанная история, блин. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. Есть безрассудство, поступки вам понадобится мощное, но не смертельное оружие. Советую вам вернуться и взять вашу дарню. Ага. Все. Выходим, получается. Хотел меня пускать.
чудный остров навещать. Так. А мне что, сюда надо? Вот это что такое? Найти источник сигнала Энигмы. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это за оно. Бабайка, тебе дам бабайку, на. Не получилось, что все. Тут опять надо холод использовать. Понятно. Опаньки. Совершается преступление, а я чем могу помочь? Давай, гаси.
Да. Выполните пикирование больше чем 25 метров. Я вот здесь вот не пойму, где он. Блин, он... Что тут есть? Еще. Вау. Испытание. Enigma, where are you? I'm right here. Well, figuratively speaking, anyway. Disappointed I didn't choose to meet. Давайте читайте сами. What's this about? Sionis hire you to throw me off his trail. Блин. Первый-то Бэтмен. Ну что, в смысле, другой Бэтмен поинтереснее был немножко. And you think this is going to destroy Gotham? Ну, я как понимаю, его сделали по этому образу. Видео, письма. Такой урон не восместить ничем. Так город рухнет. На улицах будет хаос. Ты меня не остановишь. Полинухи мне где-то поцарапали. Костюмчик поцарапанный уже тоже. Я должен выходить. Прошу прощения. Так. It's password protected, I'm afraid, with 10,000 volts of electricity. Я так и думал, что ты захочешь разгромить мою технику. Так, домой отдыхать завтра, когда самый сокровенный секрет из всех и каждого будет. Так, у тебя, сдается мне, будет куча дел. Так или иначе, твоему плану конец. Если я уничтожу все сетевые ретрансляторы, то получу доступ к его серверу. Наверное, это те помощники, о которых он говорил, через них можно выйти на компромат, который он собирает. Ну ладно. Понятно. Рано еще. Ладно. Теперь мы знаем, где он находится, что там делает. Время будет, загляну. А пока книгу летает смерть, все быстрее, быстрее. Так, ладно, сохранение пошло. Надо посмотреть сейчас. Информация. Допросить.
Давай. Man, I was this close to clocking you. И я тебя завалил, ага. Teeth, if you don't tell me where you hid the extortion data. I'll tell you where it's at, but it won't do you. Через час уже ноги встану, вернусь на за тобой. No, you won't. На. Файл с компроматом. Сейчас на него падлу. Давай, падла. You've got 3 seconds to tell me where you hid the extortion data for Enigma. You're a dead man. 3. Brandon and the boys will take you down. 2. 2. Okay, okay. Ну что, сдался? Just stop. I'll tell you where. Сломили его. Так. Давайте посмотрим, что это такое. Для начала. А, это вот здесь вот. Давай. Так. Что это за лук? Ну вот так. Ага. Ага. Так. Давайте-ка всех их вместе соберем. Акимон! Учитывая, что город здесь маленький. Вот он, вот он. Не вижу. Ага, вижу.
запустить как-то блок. Какой-то электрический бумеранг у меня должен быть, да? А нет, ну рано мне еще туда. Ладно. Так. Я не понял, а куда мне надо? Выясните местонахождение черной маски, а где я должен выискиваться? Да как тебе? Ни хрена. Вообще где?
Давайте берем. Забрал. Так, забрал. Еще где-то что-то есть. Давай, 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 беги, беги, беги. Господи, ни хрена ты спортсмен. Вот это бы да, хрен бы достиг бы. Давай. Мне рекомендовали в этот. А я как? Почему не могу-то? Блин. Ну давай, где-то. Давай. Оп. Надо забрать что-то. Направляющий коготь у меня есть. Блин, мне заморозку надо. Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench.
ударный детонатор в мастерской. Получение костюм доступно в режиме испытания. После завершения сюжета могут использоваться в кампании или новой игре. Понятно. Взять. Ударный детонатор. Что делать? Окей, ладно, хрен с ним. Посмотрим, что за оно. Ну давай сюда. Да, картина-то у него, конечно, хорошая, взлетает. Где у меня ударный детонатор? You're one of the scumbags Enigma hired to collect information. There are others? I thought. Shut up. Мне кажется, надо будет потом отдельно как-то, ну, без записи вот эти все собирать, эти побиралки, если они, конечно, мне нужны. А сейчас мы идем по сюжету. Вот сюда. Вот эту вышку мы еще не взламывали. Давай, там и испытания, кстати, в другом Бэтмене поинтереснее немножко. Здесь они такие, как сказать, не понять какие. И тем более сложно в дымовой завесе троих загубить. Там как-то оно попроще что-то обосновываться. И особо вот этот усиленный коготь взять, вот этот быстрый коготь. Надо испытание пройти. На. Да.
frankly, I'm glad. Куда зайти? Your self-righteous posturing is getting on my nerves. Прошу прощения, где тут должен тут войти? Вот так. Who's in charge? I'm upping the stakes, Batman, just like I promised. Смотрим. Tread carefully. Вот еще одно видео. Еще одну вышку разблокировали. No one's helping me, Enigma. Did you ever consider maybe you're not as clever as you think? Says the man who seems to have mistaken Christmas Eve for Halloween. In case you haven't noticed, I've got the entire city under surveillance, feeding me all of its dirty little secrets. And I did it all on your watch. Oh, great Guardian of Gotham. Великий страж Готэма. Я уничтожу твою сеть, вот ты видишь. Вот, кстати, здесь стоящего не буйствовала. Одна прямо передо мной. Испытание прошел.
Давай вот сюда. Сейчас мы уничтожим все ретрансляторы. Где-то на углу. Так. Это преступление, да хрен на него. Без меня давайте. Блин, по пути попался. Да ёб твою мать. Много я тебе заработал. Уничтожили ретранслятор. Блок данных. Ну, давай попробуем. Как вот мне его? Нет, это 8. Ну, чтоб они заработали. Бля, еще магнитная хрень какая-то должна быть у меня. Угу. Ух ты.
Так, ладно. Где-то позади меня. Да и ладно, хер на него. Вот и все. Твою мать. Ой, да не надейся даже. Козлина. Сейчас я тебя порешаю. Так. Все на далеком расстоянии. Так.
All units, if you are 1010, please report in for potential assignment. Давай. Ну давай. На. Вот так. А, кстати. Решающий удар, ага. Расширяет раму управления когтя, что позволяет разместить дополнительные мощные катушечное оружие мощное. Дополнительное улучшение, по-моему, вообще не в этой игре. Ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас по карте. Ну, эти-то я могу уничтожить и по дороге. Мать его, ты где находишься? I should look for a more covert way to enter the building. Пока остался уничтожить. Вот так. Вот и все, в этом районе мы уничтожили.
Ага. А, ну да, мне же надо было зайти сюда. А иначе смысл теряется. А? Probably another water pipe bursting. Love to go take a look, but you know, my shift's over. Loeb. This won't be easy. But if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened to Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. What the? Ага. Ну-ка, тихо. They're as corrupt as they come, and they're in my way. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Oh, yeah! Right in the jaw! Oh, crap! Nah. Понятно. I won't be able to access doors like this with my cryptographic sequencer. I'll need to find another way. Видимо, что-то у меня должно быть. I won't stand a chance against that. Слишком много вооруженных людей, у меня нет шанса. Сейчас могу использовать коготь, чтобы пробраться над ними незамеченным. Да, конечно. Это, по-моему, восьмерка у меня. Шансов нет, шансы всегда есть. If I'm not careful, that guard will alert the others. Давай. Sir, what about the assassins? Will they see us as competition? Yeah, they didn't sign up to be on those guys' hit list. Look, don't put your lives at risk when you sign up this one. Понятно. You got a bigger risk. That's how it works. Anyone wants out, hand me their badge. Didn't think so. Then we can like any other scum. We can't find dirt. We make our own. I'm looking. What if Captain Gordon allowed all the perps and holding cells to go free? You mean we set him loose? Little prison riot, right here in GCPD. Makes him look like he doesn't have control, right? I like it. How do we make it happen? A suspect spotted and engaged. This is from Central. We're offering a reward of $25,000 for information relating to the arrest of Black Mask. So what does this disruptor of yours do? Little bit of this, little bit of that. Mostly though, it does a whole lot of none of your damn business. Oh. Not you again! Talk, говори, иначе ты сможешь никуда пойти уже никогда.
Черт возьми, ты должен ответить на то, что скинул меня с крыши, кореш. Ага, а, так это я тебя скинул с крыши. Вот это нормально. Живой же. Прогуляемся на крыше. Оружие открывает электронные замки. Ага, теперь отпустишь меня. Рушит оружие, открывает электронные замки. How'd that work out for you last time? Start with you. Good one. Where'd he come from? Ах ты падла. На. Так. Подождите. Невидимый хищник. Так, требуется рейтинг 10 невидимого мстителя. А с этим у меня все в порядке, да? Усиленный удар, так, враги оглушают, так, дальше восстанавливают после взрыва. Давай, мне не важно, что вы там говорите. Thank you.
Да. Лезем. Listen up, people. I want this bad bastard taken down ASAP. There's a big payday in it for us, so don't screw it up. Ага. I gotta remember to talk to Marks. That guy knows how to get paid. Gonna make an example out of this freak. Brooks, don't let this happen to you. I feel like eating steak through a straw. Stop punching up! Sweep this place clean! Just give it up, Batman. There's no way you're getting out of here alive. Heart's going crazy. Gotta pop a glycerin pill. Gonna track this prowler's ass down. Watch your back, man. Don't let that bastard get the drop on you. All right, copy. There's our man! Ага, он меня увидел. Ладно. Looks like justice has finally been served. Да я уж понял, давай. Now, to see... Listen up, people. I want this bad bastard taken down ASAP. There's a big payday in it for us, so don't screw it up. Give me 5 minutes with any of these freaks, and I'll have a begging for the mothers. Да мать его! Sure, what just happened there?
Watch your back, man. Don't let that bastard get the drop on you. Hey! Show yourself or I'll shoot! Не видно меня? When I get a hold of you, Batman, you're gonna wish you'd let one of my guys put a bullet in your head. Твою мать! Бул! Not much to look at from up close. Don't know why everyone was so afraid of him. Понятно. Понизу буду ползать, нах. Suspects in your vicinity, man. So look alive. Pull this off, and we'll all get to retire somewhere nice and warm. Gotta make full detective mix. That's where the real money is. Could be I've lost my passion for this line of work. Officer down! Officer down! Ну давай. Sir, I found him! We need EMTs here now! Come on, let's teach him a damn lesson! Don't think he's here to turn himself in! Perp sighted! There's no way you're getting out of here alive. Everyone get that? Damn it! Stop letting them do that! Brandon was right. We're gonna need an ambulance. Come on, man. Your heart's still beating. Some tough perps in my day. All right. But this. You still out there? Huh? Yeah! I'm on it! Eyes on, eyes on! F-41 spotted! Contact! Lost track of the suspect! Need assistance! How? How was that fast? That must have got him.
dogs on this son of a bitch. You're dead, Batman! You hear me? Hey, come on out! Damn it. Rock. Ну? Damn it. It's long gone by now. The only way you're leaving here is in a body bag. Yes, sir. What's this guy after anyway? He's gotta be a nut. А где? Nobody beats on a cop and walks away. Rally on me. Put myself at risk. Так. Он один. Need more units. Don't let this happen to you unless you like eating steak through a straw. We are not losing another cop to this bastard. We want him dead. Am I supposed to be impressed? I only need one of my guys still standing to take your ass down. Давай. Hope he sent some reinforcements. Converge on that cell. Yeah, yeah, yeah. He's here. Here. Whoa. You need to back off. Thought you were him. Take it easy. Someone toss that thing. Keep your heads down. На! Отхватил.
Сейчас на тебя. Shouldn't you be searching your quadrant? Eh, I'll leave that for the boys in SWAT. Why is that? Ain't you hurt? Brandon. Dispatch. Bat is 1097. Engaging. На. Давай, вскрываем. Они используют незнакомый мне протокол безопасности, а окна из армированного стекла. Так, что-то не то. Сомневаюсь, что они туда бегут. Получите доступ к серверам полицейского управления. Вот и возьмите детектор из шкафчика для хранения улик. А как мне его взять тогда? Надо валить их. Не могу попасть в хранилище улик. Мне нужен другой путь.
Давай. According to these schematics, it adjoins an old elevator shaft, which you can access via the infirmary. You should be able to break in from there. I've added it to your map. Стражи Готэма. Бэйн. Бэйн сидит. Идем. Good, you've made it to the infirmary. Now look for an entrance to an old elevator shaft. Добрались до лазарета. Got it. Используем. Новое орудие беру.
Это глушилка. Now I should be able to bypass the security on the server room door. Так, выясните место. Так, получить доступ к полицейскому управлению. Отключить глушилку. На. Но я не понял, я от чего помер. Я-то от чего помер, мать его. Not much to look at from up close. Don't know why everyone was so afraid of him. Ладно, загасим Бэйна, и на этом все, наверное, на сегодня.
Ага, вон оно. What's up? У меня такое чувство, что я не туда иду. Я так, я здесь взял инструмент. Не в ту дверь. Just to beat him up? I didn't start the riot. Я не начинал, был что-то Бренди и его спецназовцы. Cop wouldn't do something like that. You must be new here. Thank you.
Это где ты глушил холодно? Вот она. А вот теперь открываем. Принято. Тихо. Минутку. Да. Записываю Бэтмена. Она за компьютером. Жарко. Куда я на улицу гнать? Там жилище такая никого нет. Сейчас, минутку, у меня тут записывается, все-таки наш разговор тоже запишется. Что? Wait. Why do you do what you do? Because I made a promise. Get out of here. You idiots, it's me. What are you thinking? Who are you talking to in there? What is that on my laptop, idiot? What decade do you people live in? They like messing with cops, huh? Not much to look at from up close. Don't know why everyone was so afraid of him. Давайте перезвоню. Так. So you like messing with cops, huh? На. Ага, он у меня даже и не бежит. Игра была не предусмотрена, чтобы так хренакаться, как я. Я вообще хотел закончить ее. Я уже ухожу. Для удаленного подключения к серверу мне нужно будет подсоединиться к кабелям связи. Ну давай. Penguin's man said the disruptor can be used to jam their weapons. Thank you.
Все, всех уложу. Так, надо сваливать отсюда. Быстрее на крышу, да вы запаритесь, он на крыше сейчас. Я не хочу ничего тебе делать, но ты должен меня пропустить. Нет. Слушай, я на твоей стороне. На моей стороне? А на стороне закона? На моей стороне не ломают подозреваемым кости и не вышибают зубы. Мы заслужили уважение жителей Готэма. Будь это правда, я бы сюда не пришел. Шевельнется, тогда открывайте огонь. А пока не стрелять. Ты же знаешь, бежать некуда. Как это говорит, что некуда идти? Вот, есть же куда. Взял и вышел. Отметим ближайший канализационный люк на вашей карте. Ну, идут полицейские. Отлично. Постарайтесь. Sorry for hacking into your comms, but I need a favor. Some evidence crates have gone missing. Army grade stuff, and no one here is doing anything about it. So I'm sent. Так, у меня, подождите, у меня где-то тут было. Giving you their GPS location information. Use your weapon disruptor on any crates you find. It'll fry their circuits and render the stuff useless. Так, тут мы пока взять не можем. Так, здесь я уж не помню, с этой пушкой нам сюда надо, нет? Сейчас узнаем. Да ёб твою мать. Нет, ладно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!